С самого утра среды 27 января автомобильное движение во Владивостоке было практически парализовано девятибальными пробками. Главная причина – ледяная корка на дорогах, образовавшаяся после прошедшего накануне снега с дождем. Еще вечером снежная каша на дорогах замерзла, покрыв проезжие части лестницы и тротуары ледяной глазурью. За ночь дорожные службы не успели обработать все основные магистрали. Как результат, автомобили и автобусы с трудом забираются даже в небольшие подъемы. На ледяных дорогах буксуют и создают аварийные ситуации и легковые, и грузовые машины. В пробках застрял и общественный транспорт. В ожидании автобусов пассажиры скапливались на остановках. Многие горожане не выдерживали и шли пешком. Но синоптики предупреждают, минувшая непогода не последняя на этой неделе. Еще более сильный циклон ожидает в четверг, 28 января. Он принесет в Приморье ураганный ветер, сильный снегопад и метель. Во Владивостоке непогода также начнется днем 28 января и сохранится в ночь на 29 января. В городе пройдет сильный и, возможно, очень сильный снег при штормовом ветре. Естественно, на дорогах осложнится обстановка из-за гололедицы, снежного наката и снежных заносов. Пока что пешеходам следует быть внимательнее, смотреть под ноги, идти медленнее и держаться по возможности за поручни на лестницах. Водители призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами. По предварительным прогнозам, предстоящий циклон принесет значительно больше осадков. Екатерина Зверева, Станислав Лазебный, новости на восьмом.